В это воскресенье, 9 сентября, в Барнауле отметят День города. Краевой столице исполняется 288 лет. Основная программа мероприятия начнется вечером. Тем не менее, в парках и на других площадках в течение дня проведут ярмарки и концерты. Так, утром около лицея номер 121 пройдет дегустация пирогов. Зрители угостят нарезками мяса, сыра, фруктов и ухой. Праздник в парке «Лесная сказка» начнется в полдень. В это же время в одном из ресторанов на улице Песчана начнется фестиваль итальянской пасты. Желающим советуем поторопиться, приготовить всего 5000 порций. А в Гмелике вечер начнут чайные церемонии. Сибирская медиагруппа по традиции организует свою площадку ДК «Трансмаш». Начнется торжество в 15 часов выступлением лучших творческих коллективов города. Откроет программу рок-группа «Мандегрин Шоу». В 16 часов зрители возьмутся за создание арт-объекта гигантских букв «Барнаул». Желающие раскрасят их цветными красками из баллончиков. А в 17 часов в небо запустят 1000 воздушных шаров. Еще одним сюрпризом для барнаульцев станет дневной салют. Подробности организаторы держат в тайне. Хедлайнеры праздника выйдут на сцену в 20 часов. Новосибирская группа «Красный берег» исполнит каверы на главные современные хиты. Завершит программу в 22:30 «Большой салют».